это не знаю. Я знаю, вот эти ковбои, она тоже. Наводись. Надо привет. Знаете, здесь тоже надо вдвоем. Здесь типа мы попадаем в бар. Один у нас показывает, типа, на кого надо нацеливаться. Кто смотрит по монитору, там их вам будет видно. А мне, как я понимаю, будет видно не очень. Шевись, точила классная. Там какие-то шестереночки. Забор вообще охрененно сделан. Это реально так, прям хочется его взять так, как мне это фигню-то открыть. Так, не голову, на мне шляпа показывается. Так, на что нажать? А, да, точно. Надо на смысле посмотреть. Коробка прикольная. Зря, знаете, Sony не выпускает таких игрушек, роботов. Но прикольно было. Хотя может они есть, нет их. Что-то меня как-то геймпад неправильно определяет. Давайте я сейчас регулирую. Отлично. Так, новобранец, шериф, меткий стрелок, бесконечный. Ошибись. Так. Я говорю, вот графика простецкая, но очень объемная, просто вот реально как ты здесь находишься. Просто, конечно, еще разрешение. Ну, к разрешению говорю, претензий вообще никаких. Да, это антиалиасинговая, все дела. Хотя вот кактус выглядит шикарно. А вот картины на стене висящие, вот их не рамочки видно, они там их мерцают, антиалиасинга никакого. Так, нажмем. А что превратится? Вот настой у нас. Не, у привидения, короче. И не, на кого нацелились? На тебя? Бум-бум. Прикольно, дымок. Фу. Бум-бум. Ну, самое прикольно. Так. Бух попал. Как я говорил, эта вещь у нас кооперативная. То есть, получается, тот, кто за монитором смотрит и говорит, в кого стрелять. Ну, сейчас пока что это не проблема, дымок. А вот, то есть проблема, я не с того как-то выстрел, меня эти уже попали. Вот видите, он там, он, типа, не знаю, видно, но нет. Это типа кто-то смотрит. Ну, давайте в этого попадем. А, нет, на пол этого. Ну, здесь должны говорить, кого стрелять, ну, как присоски прилипли на голове. Я не знаю, кого стрелять здесь. Нет, я проиграл. Ну, я думал, что кто-то говорил. Потом здесь будет за столом куча сидеть их. Ну, играю, кооперативная игра, играть где? Ну, голова лося прикольная. Или олень, кто это? Ну, болтых там. Вы чё, мою точилу помяли? Сейчас это моя точила? Или нет? Так, попугайчик. А этому пофигу. Как играл, так и играет. Зашибись. Так, ну ладно. Выход. Со мной кооперативная игрушка. Мне интересно. Запустим ракету, попробуем последнюю вещь.